Здравствуйте. Здравствуйте. Это я послушала несколько дней, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, прошло за неделю, чтобы подготовить этот набор. И теперь будет этот набор раскрывать. И сегодня мы с вами еще будем заматывать вот эти ниточки. Напишем. Ну, как говорится, подготовка, чтобы сразу эти высуть. Вот. Классный наборчик, мне так нравится. Значит, я сейчас покажу. Потом еще сюда. Так, теперь смотрим на наборчик. Ой, вот они, на ниточке, вот такие. Ниточки взяла, здесь, кстати, вот канва, сделана иголочка, вот положим сюда, вот так вот, смотрите, какая получается ниточка здесь, видите. Я думаю, знаете, как она вот, может быть, не буду делать, хотя, в принципе, не буду делать, их нитки хорошо замотаны, все сделаны здесь, вот видите, смотрите, какие ниточки, вот они, какие красивые, кстати, они сделаны очень красиво, смотрите, какие, видите, вот они. Так, далее что мы делаем? Дальше вот эти ниточки. Смотрите, вот они, видите? Вот. И ниточки тоже вот. Сейчас. Так. Вот еще ниточки. Вот. Ну, конечно, не ровно, не ровно, но почти ровно. Сейчас посмотрим там еще. Вот на канва. Вот эта большая. Вот такая канва, видите, смотрите, какая она. Вот она, видите, какая канва. Вот. Так, ну что ж, теперь мы с вами. Так, посмотрим. Ну давайте. Так, ну что ж, мы все здесь видим. Так, у нас здесь получается. Угу. Так, схема. Да. Так, ага. Ну, в принципе, вот этот кредит, конечно, есть покупаться, но ну, скажет, схема идет такая схема. Сейчас еще здесь ключ. Вы смотрите, какой ключ здесь, в принципе. Ага. Тут вышивается в три нитки. Вышивается, видите, в три. Вот в три нитки вышивается. Ага, в три, в две, даже в три вышивается, вот. Вот такие дела, вот. Ну, вот такие вот. Ну, вот здесь есть, вот не знаю, середины я не буду вышивать, просто середины. Я помню, один раз я вышивала здесь французские узелки, здесь очень много их, прям на каждом лепесточке, очень много этих французиков. Ну, французики могут их делать. Вот такие вот дела. Вот. Ну, конечно, на схему высыпать мы от правого нижнего угла. Ключ мы, конечно, отрезаем. Вот. Но то, что здесь постепенно. Вот сейчас как вышивается. Видите, здесь как. Смотрите. Вот. Ну, постепенно. Вот можно. А, ну, вообще это, конечно, не знаю. Может быть, даже и с этого угла пойдем мы. Посмотрим. Ну, вот такая у нас работа будет предстоит. Я высываю на руках, потом высываю на пальцах. Вот. Ну все, пока, всем до свидания. До свидания.